Здесь отдельный мини-клуб детский. Это как в виде вообще города, целого города. Здесь целый город. Обалдеть, я в шоке. Никит, я тоже буду кок. Взяли попить. Ой, вы посмотрите, какое дерево. Как же оно цветет красиво. Обалденно. По-моему, вот эти цветочки только в большие. Если я не ошибаюсь, это или они похожи, или они чуть больше. Действительно, на самом деле, это цветы как на Гавайях. Символ Гавайев. А здесь вот символ Доминикана. У них свои, но поменьше. Ну какая красота. А вон еще розовые какие красивые. Вот видите, переходы, чтобы не было жарко ходить, накрыты все вот так вот соломенными этими крышами. Не соломенными, а пальмовые листья. Это будет точнее. Ой, они так пахнут вкусно, я еще понюхала. Обалденно. Такой нежно-нежно-медовый, какой-то фруктовый. Знаете, вот, как passion fruit, наверное, что ли. Такой очень нежный-нежный аромат от них идет. Кстати, вот эта крыша... Это кажется, да, вот пальмовые листья. А, кстати, когда дождик, она не пропускает воду. Смотрите, какое растение, как слоновье листики. Как хорошо вот здесь вот, если вот солнце такое кипельное, и здесь очень хорошо вот идти под вот этим навесиком. Мы зашли на территорию аквапарка. Вход сюда. Мы зашли бесплатно, нас пустили. А так вход сюда стоит $25 на целый день. Здесь на территории тоже вот этого, как его, аквапарка, вот этих горок, тоже вот эти вот обалденские цветочки, как они мне понравились. Кто знает, напишите, пожалуйста, мне так они понравились. Они у нас растут в Вегасе тоже, но я не знаю их название. Девочки, напишите, пожалуйста, это такая красота. Я пересмотрела очень много обзоров. Мне кажется, мой обзор самый
вот действительно достоверный, который вот как он есть. Вот я иду и снимаю, а вот все обзоры, которые показывали люди, они просто ничего практически не сняли. Но здесь столько красоты, которую они не снимали, или они не находили, или они не доходили, или они просто один пятачок сняли и все. Вот здесь детский тоже мини-клуб есть, вот большой, для детишек. Уточки плавают. А нет, это не утка, Никит, вот там вот птичка. Я тоже не знаю, как на цаплю похоже. А, да, это цапля и есть маленькая. Куда? Где? А, на этот, на... Нет, в Доминика, да, отправь искать переудочки. Конечно, чтобы весь день не клевало. Он ведь реально сядет на стуле, будет весь день сидеть, потом спросит, а что не клюет. А форель-то тут нет. Короче, и деда вспомнили тут, посмеялись. Вот в это вот здание, это чапель, это Мэрит. Туда только что зашла невеста. А вон они еще стоят там при входе. Байчик едет по территории. Вон уточки. И здесь, вот на этих озерах, наверное, видимо, туда дальше куда-то идти, там дикие фламинги. Дикие фламинго. А здесь вот такие вот тоже птички всякие разные. Но это тоже все одеты. Это на свадьбу, видимо, тоже едут. Тоже вон, да, невеста в белом сидит, вижу. Вот, видите, невеста едет тоже. Это детский тоже бассейн. Здесь их получается раз, два, три. Три детских территории, три детских бассейна. Видите, здесь и с малявочками. Здесь сразу и детские, видите, могут взрослые посидеть. А есть мини-барчик для детей. Здесь свадьба, сейчас уже поехали, костюмированная. Кто-то в арабском стиле, кто-то в египетском, кто-то в римском стиле. Вот туда нам надо идти. Excuse me? Костюмированная, либо свадьба, либо день рождения. Я не знаю. Я вообще уже потерялась, где мы, что мы. Вот, пляж моря, и точно мы дома. У себя. Это только Пэлас.
Да, отель. Отель очень большой. Ой, я прям не пожалела, что мы выбрали его. Очень классный отель. И неделю мы будем вот в такой вот красотище. Это надо очень рано утром вставать и снимать. Только для взрослых. Соло, да. Тихий, спокойный. А, здесь это. А, насколько я помню, вот эта вот штучка стоит $150 ее арендовать. Это платный бассейн, да, абсолютно точно. Здесь-то прибухнуть любят в тишине. Да, такой. Распитие спиртных напитков и по-тихому выпил. Такой бассейн для тихих алкоголиков. Вы знаете, мне этот бассейн напоминает Лас-Вегас. В Лас-Вегасе все такие бассейны. То есть все люди пьют в бассейнах. На яхтах всех возят сюда. Показывают пляж. Бавара Бич, Бавара Барсело Гранд Резорт. Почему? А, Барсело Бавара Гранд Резорт. Шахматы на пляже здесь около бассейна. Вот так вот среди пальм. Шахматы. Пластиковые. Ладья. Конь. Слон. Ферзь, королева, слон, лошадка, ладья и пешки. А король? Ну, ферзь это король. Или опять все путаешь? Нет, ферзь это король, а это королева. В этом отеле мне понравилось то, что сделан как бар на вес. Во всех отелях обычно ты сидишь, и у тебя спина сгорает. А здесь, видите, как крыша низко опущена, и можно сидеть спокойно. Здесь еще такой ветерок. В общем, это они классно придумали, что навес защищает бар. Куда нам? Ну что, друзья, одобряете наш выбор? Какой отельчик мы выбрали?
Лично я одобряю свой выбор. Как всегда, хороший, безупречный. Сама себя похвалила. Ну, сама себя не похвалю. Видите, вы же меня не хвалите. Еще раз убеждаю, что со вкусом у меня в порядке. Ну, а вкусы, это понятно, у всех они разные. Требования к отелю и так далее. Вот когда жара, после 12 купаться невозможно. И вот тут можно постоянно купаться. А, под навесом, да. Кто хочет релакс или шею помассировать, это вот сюда надо, в эти бассейны. И здесь синечек. Здесь еще очень классно сделано, вот по всей территории стоят вот такие, ну как бы камушки и камушки. Вон они, видите, тоже стоят, вот он. А это вроде бы декорация, задекорирована, это колонки, и отсюда идет музыка. Сегодня будет в 10 часов вечера цирк. Это вход в спа. Здесь массаж, фитнес, бьюти-центр. О, какой класс! Ола! Какой кайф тут! Так прохладненько, так хорошо. Так, цены вот они. Значит, $85, 25 минут. Если только руки-ноги, $85, 25 минут. $140 получается 50 минут. Там скидка 40%. Еще плюс скидка, да. Sorry, я русский тоже. А дискаунт? Минус 40%. Здесь тоже есть на русском языке, здесь тоже вот есть, смотрите. 40%. Массаж спины, 85, да, молодой человек очень хорошо на русском разговаривает, молодец. Так, массаж спины $85, 25 минут. Так, это зона спины, обычно является той частью тела, где накапливается мышечное напряжение. Расслабляйтесь и снимите напряжение с шеи, плечи, спины. Омолаживающая процедура. $200, 80 минут. Ну, в общем, вот я ввожу, а вы, кому что интересно, делайте скриншот. И если кто сюда собирается, девочки, то вот вам цены. Посмотреть на испанском луки-луки. Значит так, спа, сауна, хамам и так далее, $40 в день, но сейчас скидка идет $25 в день с человека. Не разрешает снимать, но я его все равно сниму. Луки-луки, посмотреть на испанском. Пойдемте посмотрим. Пойдемте луки-луки, девочки все. Здесь раздевалка, он сказал. Переодеваемся и идем уже. Здесь мужская раздевалка. Там раздевалка, Никит? Да, заходи туда. Проходи там. А, все, я вхожу, где девочка. Мы идем просто посмотреть. Он нам разрешил пройти посмотреть. Ага, здесь вот сауна, видите, какая. И можете вот целый день, то есть мальчики с девочками отдельно парятся. И потом, значит, они проходят, пожалуйста, вот в бассейн. На территорию уже закрытую.
Эта зона относится к спа. Вот этот как раз скрытый бассейн. Вот кому для шеи надо. Вот мне для шеи надо, у меня шея болит. Какая же красота! Как я рада, что... Ой, тут бы не грохнуться. А то я хожу тут понизу, прям по краю вернее. Как я рада, что мы не ошиблись в выборе отеля. Очень рада. Такой шикарный отель. А так плохо его разрекламировали, кстати. А здесь проводят как раз массаж. И сразу после массажа у них вот отдельный есть спа-бассейник небольшой, маленький. Вот такая красота. Здесь я проходила и увидела, здесь целевая комната. Друзья, это не солевая комната, это янтарная комната. И здесь люди лежат, как бы медитируют и релаксируют. Так, он меня ведет показать еще. Здесь столько комнат, здесь столько всего. Ребята, просто обалденски. Так, мы вышли в зону массажа. Здесь тоже проводится массаж. Вот, когда проводится массаж, вот эти шторки все, они их распускают, закрываются. Вот такая красота. Можете по одному массажироваться, а если муж с женой, то вот, пожалуйста, два вот этих топчина и можете делать массаж. И здесь при этом центре бьюти-центр, салон красоты. Можно волосы причесать, вытянуть и так далее. Меня уже зовут. Иду. Hola. Так, смотрите, какая здесь тоже красота. Это все натуральное. А я не знаю цену, ты мне скажи. Долларов 200-300. Не знаю. 154. Но натуральные, кстати, красивые вещи. Очень красиво. Ой, у меня упала вешалка. Такой натуральный. Ну, хэбэшка натуральная. Это просто одевать. Это все хэбэ. Купальники. Так, цена купальников 54 доллара. Но это за целиковый купальник. А, нет, трусики отдельно. И трусики 54. 108 долларов купальник. И смотрите вверх. Такая юбка. Но она такая тяжелая. Такое свадебное какое-то. Не вижу цену. Но все такое прям натуралочка. Тоненькое все.
Вот так выглядит бамбук. Это живой бамбук. Он разный-разный есть. Я в Турции на бамбуке писал, где долмбакчик. Кокосы почти спелые. Где? Вот на этой пальме. А, да. Ой, еще пойдешь, так тебе на голову упадут. Банановые деревья. Что здесь только нет. Столько растительности. Небо шикарное. Все, я уже сняла их. Жарче, чем в декабре? Не, такая же погода. Ты же, ты же знаешь, круглый год. Ну, 2 градуса это же не 10. Здесь круглый год, одна и та же температура. 29-30 в любое время года. Что вот там вот в океане? А? Вот смотри, вот там, вот там, вот там, вот там и вот там. Что там? Что самое интересное, вы обратили внимание, на пляже нет ни одного зонтика. Вообще ни одного. И ни одного торгаша, который вот эти вот... ну, как их называют, торгаши, попрошайки, кто очки торгует, кто там торгует туники, кто еще что-то. Никого сюда не пускают вообще. То есть здесь вы никого не увидите. И зонтиков, видите, нету. Ни соломенных, ни обычных. Потому что здесь пальмочки, от пальм достаточно, абсолютно достаточно тени. Саговая пальма. Видите, какая она длинненькая, ее подрезают. Ой, а у нее тут маленькие отростки. Но их надо срубать, иначе это будет некрасиво. И еще эдалс вот такой же. Подожди, наш номер сюда. Да. Вот этот, ракушка наш, правильно? Угу. Да. А, ну точно. И вот наш корпус, вот здесь мы поднимаемся нам сюда. И вот прям у нас пляж. Видите, какой у нас номер шикарный?